Здравствуйте! Вы смотрите программу «Проще говоря» на телеканале «Арктик ТВ». Меня зовут Софья Климкова, я ученица Академии телевидения и болельщица хоккейного клуба «Арктика». На севере развивается спорт, и нет спорта более северного, чем хоккей. Именно поэтому сегодня у нас в гостях директор по развитию и продвижению хоккейного клуба «Арктика» Андрей Леонтьевич Шишко. Андрей Леонтьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас снова видеть. Это взаимно. Мы с вами часто встречаемся, часто вас видим на хоккее. И как меня, как директора продвижения, это очень радует, что молодые люди проявляют такой интерес к хоккею. Чудесно. Сюжет с вашей игры был моим первым новостным сюжетом, который вышел в эфир на телеканале «Арктик ТВ». Поэтому перед нашим интервью я предлагаю вспомнить игру и посмотреть отрывок сюжета из архива телеканала. Внимание на экран. Спустя 20 секунд хоккейный клуб «Арктика» забивает первую шайбу в ворота соперника. Болеем за наших! В эту субботу игра «Арктики» против «Рыбинского полета» началась с шайбы, которую в ворота соперников забил наш хоккеист Иван Филин. Вероятно, парня воодушевила победа, которую «Арктика» заполучила днем ранее, сыграв с лидером западной конференции первенства НМХЛ со счетом 5-4 в нашу пользу. В чем команда преуспела по сравнению с прошлой домашней серией? Прошлая домашняя серия была такой же напряженной, как и нынешняя, но сейчас мы играем с чемпионами прошлого года, с хоккейным клубом «Полет» из города Рыбинск. Поездные серии закончились переменным успехом. Мы одну игру проиграли в Рыбинске, одну выиграли. И вчера был напряженный, очень захватывающий матч, в котором наша команда отыгралась по ходу встречи и в конечном итоге одержала победу. Однако во второй день «Полету» отступать было некуда, ведь для соперников в этом матче решалось все. Или они занимают первое место на Западе, или их обойдут. С такой мотивацией они за половину первого периода забросили 4 шайбы в наши ворота. Сказалась и поддержка болельщиков, которые приехали поддержать своих из Рыбинска. Я гость вашего города, сам проживаю в Ярославской губернии, поэтому рыбинский «Полет» пока ведет, поэтому я очень доволен. Первый период завершился со счетом 1-5 в пользу «Полета». В перерыве ученица Академии телевидения и наша подопечная Софья Климкова поговорила с одним из хоккеистов «Арктики». Соперник бежит, бросает, много играет в нашей зоне. Хороший соперник. Не справитесь после первого периода или как? Будем стараться. Туда наваливать шайбу, в ту зону переводить игру. За оставшиеся 2,5 периода соперник отличился еще трижды, на что наша команда ответила заброшенными шайбами. В итоге «Арктика» уступила «Рыбинскому полету» со счетом 3-7. Игра была напряженной и интересной. Этот матч, к сожалению, для команды был проигрышным. Расскажите, какие вы делаете выводы после таких встреч, на чем заостряете внимание? Безусловно, всегда хочется выигрывать. Но спорт тем прекрасен, что всегда есть какая-то интрига. Кто-то может выиграть, кто-то может проиграть. Всегда хочется выигрывать. Но после таких матчей, конечно, идет разбор игры. Что получилось, что было сделано не так, кто из игроков где-то недоработал. И выводы эти проецируются уже на следующую игру. Данные моменты поправляются тренерским штабом. Может, где-то перетасовка идет в составе. Игроков по позициям меняют. Кого-то спускают, например, из первой пятерки в третью. Вот ты плохо сыграл, давай-ка ты немножко в другой пятерочке поиграешь с другими партнерами, может получиться лучше. Разрабатывают различные другие методики, стратегии. Посмотрели, не получилось у нас в большинстве сыграть нужным образом. Попробуем другую тактику. И уже с вот этими наработками выходим на следующую игру. Да, посыпать голову пеплом, как говорится, тут не стоит. Надо вот делать правильные выводы и двигаться дальше к новым победам. Расскажите немножко поподробнее о вашей должности и в чем заключается ее суть. Моя должность, по сути дела, она многогранна. Нельзя сказать, что я занимаюсь каким-то одним видом деятельности. Это совокупность всех мер, направленных на развитие как команды, так и хоккея в целом. Мы прекрасно понимаем, что хоккейный клуб «Арктика» является базовой командой региона. В хоккейной общественности давно витало желание, мнение о том, что нужна команда для того, чтобы происходило развитие как хоккея как вида в целом, так и хоккейных школ, да конкретно каждого ребенка, который занимается хоккеем, и в том числе и стремится. И вот первоочередная задача – это сформировать в общественном мнении детей, родителей,
для всего региона важность хоккея и спорта в целом. Ведь мы понимаем, что чем здоровее нация, тем здоровее у нас в регионе люди. Они заинтересованы что-то достигать, что-то делать. Как каждый родитель, он заинтересован в том, чтобы его ребенок был здоровым, сильным, красивым. Спорт, он облагораживает и внешне, да, посмотрите на наших парней, ну, Аполлоны. Да. Поэтому вот донести всю красоту хоккея, все эмоции от хоккейного матча, да, то, как это интересно, увлекательно, в том числе и моя задача. Но это не основная, но по мере работы и с другими направлениями деятельности. Это информирование о матчах, работа с партнерами клуба, работа с самими игроками. Момент довольно интересный, что в клубе подобрана команда единомышленников, которая может в разных моментах, скажем так, подменять друг друга. Провести переговоры с игроком, да, пообщаться, поговорить. Ведь не всегда, например, тот же самый тренер может поговорить с игроком. Вот не хватает мне времени. Вот подойдешь, скажешь: «Дружище, давай поговорим, посмотрим, что у тебя не получилось, что у тебя, наоборот, в плюсах». Ведь тренерский штаб команды, он хоть и у нас все силен, мы в них верим, но мы тоже им стараемся помочь. Но самое главное для нас, честно, для меня все-таки стезя, это донести до общественности, до конкретного человека, что такое хоккей, что такое хоккейная команда «Арктика» и как это здорово, как это прекрасно. А расскажите, почему вы выбрали именно хоккей, не другой вид спорта какой-нибудь? Хоккей – это любовь. Я, безусловно, интересуюсь и другими видами спорта. Там, футбол, лыжные гонки, биатлон. Мне это интересно. Да, я люблю спорт в любом его проявлении. Но хоккей – это то, без чего мне трудно представить свою повседневную жизнь. Да, не работаю я в хоккейной сфере, вполне вероятно. Да, не вполне вероятно, так и есть. Я следил бы за матчами хоккейных клубов НХЛ, КХЛ, сборная России. Это интересно. Это то, что заставляет меня, скажем так, порой даже менять свой график, подстраивать его по то, чтобы не пропустить какое-то хоккейное событие. Может быть, скажу такую вот вещь из своего повседневности. Первое, я вот просыпаюсь, как говорится. Врачи рекомендуют сразу не вставать с кровати, а вот полежать немножко, минут 5-7, для того, чтобы проснуться окончательно. Ну, лежать просто скучно немножко. И вот как многие, вот каясь, как многие люди, у меня телефон на тумбочке лежит, я его беру. Первое, что я смотрю, как прошли матчи Национальной хоккейной лиги. Потому что они проходят ночью, и результаты уже с утра известны. И мне интересно, как сыграл тот или иной клуб, как сыграли наши россияне в составе команд. Вот после этого, как я ознакомился с информацией, уже начинается мое утро. И это, можно сказать, где-то такой вот определенный диагноз. Потому что все мы болеем за хоккей, болеем за спорт и стараемся, чтобы этот вид спорта в области у нас развивался. Для этого клуб и был создан. Вот насчет создания как раз-таки клуба, получается, хоккейным клубом «Арктика», ему вот не так много лет, он еще такой молодой. Расскажите, кто стал инициатором идеи о создании клуба и как вы присоединились к этому проекту? То, что клуб должен быть в нашем северном регионе, в Северном крае, такая мысль, такая необходимость, она витала в воздухе хоккейной общественности, да, всей спортивной общественности очень давно. Мы понимаем, что те ребята, которые тренировались в хоккейных школах региона, достигали определенных высот на региональном уровне, даже на всероссийском, когда наши молодежные команды, ну, детские, юниорские, выезжали на соревнования всероссийские, они достигали определенных высот. Дальше же у ребят был определенный потолок. Прогрессировать в своем родном регионе они не могли. Не было той команды, с которой они могли выходить на всероссийский уровень.
И такая необходимость, она назрела. Причем назрела она довольно давно. И к нашей радости, без сомнения радости, решение о том, что будет сформирован молодежный хоккейный клуб, принял губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис. Мы ему безмерно благодарны за такой шаг. Ведь до этого все наши попытки завязать диалог по поводу становления команды не находили должного отклика. Андрей Владимирович своим решением сделал наши мечты реальностью. Да, конечно, губернатор у нас очень занятой, у него очень напряженный график. Не всегда, к сожалению, он бывает на матчах команды. Но, как мы видим, он в курсе всей информации, что происходит с клубом, на каком он месте, как играет, какие перипетии происходят на площадке при регулярных встречах с руководителем региона. Он задает такие вопросы, что вот откуда он знает? А ведь знает, потому что хоккей для него является первоочередным интересом в плане спорта, и мы на себе это ощущаем. Например, в прошлом году, мне даже в этом году, в прошлом сезоне, прошел ремонт в Ледовом дворце. Были отремонтированы раздевалки, поставлено оборудование для тренировок команды. То есть мы базировались в Ледовом дворце «Метеор». Сейчас же с этого сезона клуб будет базироваться в Ледовом дворце. Тоже с помощью наших региональных властей клубы создаются те условия для того, чтобы игроки прогрессировали и достигали как можно более высоких результатов. То есть, насколько мы понимаем, губернатор всецело поддерживает как раз-таки идею клуба, помогает. Конечно. Ой, вы не видели, как он болеет на трибунах. Андрей Владимирович, можно сказать, действительно такой заядлый болельщик «Арктики». Ну, только жалко, что все-таки не всегда у него удается выбраться на матч. Если мы говорим о профессиональном хоккее, то не могу не спросить, есть ли какие-то планы о выходе в высшую хоккейную лигу? Это вопрос довольно серьезный в плане обсуждения и решения. Мы понимаем, что вот тот уровень, который есть у нас сейчас, то есть молодежной хоккейной лиги, он дает толчок для развития хоккея в регионе, но для ребят до 21 года. То есть, начиная от тренировок официально с 9 лет, в спортивных школах региона могут заниматься ребята, но все равно есть где-то подкатки, частные хоккейные занятия, где ребята начинают тренироваться из более младшего возраста, но официально все-таки с 9 лет. И вот этот путь, условно говоря, паренька с 9 до 21 года, он у нас на данный момент, в связи с тем, что есть команда, он есть. То есть тренерский штаб, он же работает не только с игроками, которые есть сейчас в составе. Регулярно отсматриваются видеоматериалы, присутствуют наши тренеры на тренировках, на играх ребят, которые по возрасту уже вот-вот-вот должны подойти к молодежке. И вот этот вот период становления команды до 21 года, он есть. То есть мы прекрасно понимаем, у нас есть ребята, которые способны, которые могут, которые хотят. И до 20 года они с нами. Они вместе, мы приложим все силы, мы все сделаем для того, чтобы они в профессиональном плане прогрессировали и становились лучше, лучше, лучше. Но затем наступает момент достижения 21 года. По правилам Национальной молодежной хоккейной лиги игрок уже не может принимать участие в соревнованиях. Возникает вопрос, что делать дальше. Да, если он хорош, мы сделали от себя максимум для того, чтобы достиг определенного результата. Молодой человек может дальше продолжить свою хоккейную карьеру в других клубах Всероссийской хоккейной лиги, возможно, и континентальной хоккейной лиги. Но это все-таки проблематично. Поясню, почему. У нас есть даже из наших выпускников, назовем выпускниками, да, все-таки, примеры яркие, которые сейчас выступают в Всероссийской хоккейной лиге. Возьмем, например, клуб «Челны».
Вот сейчас в его составе мы следим, мы за нашими следим за всем. Мы, конечно, не всегда об этом говорим, что мы наблюдаем, но где-то через интернет, через общение с другими хоккейными деятелями мы следим за их судьбой. Вот в хоккейном клубе «Челны» сейчас играют два наших бывших хоккеиста. Это Данил Федоров и Виктор Васин. Они сейчас там. Они пробились, они после окончания поехали, заявили о себе. Вот Виктор у нас после этого года ушел, а Данил это вот у нас после первого сезона. Вот они встретились вместе, они играли вместе и встретились вместе вот в клубе «Челны». И дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, сплюнем через левое плечо, постучим по дереву. У ребят все сложится хорошо, они заиграют этот сезон и будут прогрессировать дальше и дальше. Но ехать в другой регион, выбивать место под хоккейным солнцем, это все-таки тяжеловато. Было бы, конечно, чудесно, замечательно, если бы на базе Мурманска, Мурманской области, была сформирована команда Всероссийской хоккейной лиги. Тогда что бы мы получили? Мы получили бы лестницу становления игроков. То есть начиная от детского спорта, юношеского спорта. Потому что, вот, кстати говоря, еще было принято год назад очень важное решение губернатором области о создании команды ЮХЛ. То есть ступенька, градация. Мы постепенно движемся к тому, что поднимаемся выше, 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 выше идем. Для того, и ВХЛ отчасти это уже такая ступенька игрока, достигшая 21 года, чтобы раскрыть себя на взрослом уровне. В ВХЛ нет возрастных ограничений. То есть можно начинать играть, если ты очень талантлив, очень хорош, можешь с 16 лет играть на таком уровне. Но если тебе, условно говоря, под 40, но ты, как Яромир Ягр, допустим, весь такой живчик, хорош, ты тоже можешь выступать. Здесь нет возрастных ограничений. И это вот замечательно было бы, если бы клуб ВХЛ был создан. Но не все так здесь просто. В первую очередь это финансы. Содержание команды Всероссийской хоккейной лиги, оно обходится, несомненно, дороже, нежели клубам молодежной хоккейной лиги. То есть, национальной молодежной хоккейной лиги, да, потому что есть у нас еще МХЛ. И вот здесь, конечно, основная загвоздка – финансы. В этом, в принципе, везде всегда основная загвоздка – это финансирование. Вот если удастся все-таки в каком-либо, может быть, не в ближайшем будущем, потому что клуб НМХЛ мы ждали десятилетия, но в каком-то будущем реализовать, может быть, с помощью и властей региона, с помощью бизнеса региона, потому что, в частности, вот одна из моих деятельностей, вы спрашивали, это в том числе и работа с бизнесом региона по взаимному сотрудничеству. Да, не говорю слово спонсорство, потому что говорить спонсорство, это, с моей точки зрения, это неправильно. Если ты отдаешь, ты должен получать, если получаешь, то должен что-то давать. Это совместное сотрудничество. Тоже идет очень большая работа на то, чтобы привлекать к совместной работе и бизнес-структуры, заинтересовать их. Очень большая была проделана работа в этом году. Надеемся на эти результаты. Но, повторюсь раз, да, ВХЛ – это очередная ступенька, очередная мечта, с которой мы будем вот тут внутри жить и к которой будем стремиться для того, чтобы дать еще одну дополнительную возможность роста игроков. Ведь вот такой момент примерно приведу, что когда идет такая вот определенная борьба за игроков, мы никому не секрет, что мы привлекаем в команду игроков и из других регионов. По одной простой причине, да, для того, клуб сформировался у нас недавно, как вы правильно заметили, и для того, чтобы эффект от его присутствия в регионе на то, чтобы заразить хоккеем, да, не может не совсем красивое слово заразить, да, но тем не менее, заразить хоккеем детей, родителей, все равно нужно время.
И этот эффект от того, как сейчас мы видим, кстати говоря, мы видим очень большой приток в хоккейные школы юных спортсменов, мы видим большое количество молодежи на трибунах, все равно должен пройти определенный период времени. Если ребенок, условно говоря, приходит в секцию в 9 лет, то минимальный возраст участия в национальной молодежной хоккейной лиге – это 16 лет. И если он показал вот эти вот выдающиеся способности, в 16 лет смог выйти на уровень НМХЛ, то это как минимум 7 лет. То есть вот эти вот зерна, вот эти вот семена, что мы посадили в плодородную почву развития хоккея, они дадут свои всходы, ну, чуть-чуть подальше, чуть-чуть вот позже. И сейчас мы в том числе привлекаем ребят из других регионов для того, чтобы они выступали в команде. Для чего это делается? Если мы привлечем только своих воспитанников, будем делать ставку, это вот только Мурманские играют, тем самым мы убьем конкуренцию внутри команды. А ведь для того, чтобы человек прогрессировал, для того, чтобы он развивался, показывал свои лучшие качества, нужна конкуренция. Причем нужна конкуренция с более сильными, ну, тут товарищами по команде. Это соперниками их никак нельзя назвать. Это товарищами по команде. Надо на них ориентироваться, перенимать все лучшее от них. Финты, технику катания, движение. То есть, когда человек конкурирует, он развивается. Мы можем видеть даже по тем же самым нашим мурманским ребятам, которые попали в конкурентную среду, на то, как их уровень вырос. Давайте перейдем пример Даниила Сибатуллина. Безусловно, Даниил для того, чтобы попасть в первый сезон в команду, он проявил характер, напористость, волю. Он играл, причем играл довольно-таки значимую роль в команде, когда тренером был Александр Юньков. Но в этом году он вышел на... Вернее, не в этом году, ну в этом году, в прошлом сезоне. Он вышел на более высокий уровень своей игры. Он забивал, он отдавал, он в мастерстве прибавил. То есть человек начал развиваться благодаря конкурентной среде. И это очень, и безусловно, это очень важно. Давайте поговорим о буквально на днях прошедшем предсезонном турнире. Расскажите, для чего проводятся вообще предсезонные турниры и какие у наших ребят были взлеты и падения? Предсезонный турнир проходил в городе Рыбинск на Кубок главы данного городского образования. Турнир для нас носил в первую очередь, неправильно сказать, будет тренировочный характер. Поставить задачу ставить перед собой, вот во что бы то ни стало победить, завоевать медали, не стояло. Почему? Мы только закончили сборы. Они в этом году проходили в городе Вологда. Потому что это недалеко от Рыбинска, все рядышком. Ну, мы проходили бы здесь их, но, к сожалению, ледовые дворцы региона какие-то были на реконструкции, какие-то на профилактике, поэтому в этом году мы были в Вологде. Приехав в город Рыбинск, тренерскому составу необходимо было проверить команду на взаимодействие, проверить, что очень важно, новых игроков. Вы знаете, что по окончании прошлого сезона нас покинули 13 игроков по возрасту, и в коллектив влились новые ребята. Но то, что они влились на плане отбора, это не означает, что они останутся с командой на сезон. Их надо проверить, посмотреть, как они взаимодействуют с партнерами, посмотреть их лучшие качества, выявить какие-то недостатки. Ведь на тренировке увидеть абсолютно все качество игрока невозможно. Это тренировочный процесс. Игрок проявляет себя именно в матчах, причем с сильными соперниками. Это и была основная задача. Посмотреть ребят, посмотреть, кто остается с нами на этот сезон, а кто, к сожалению, покинет вот эти предсезонные сборы и будет искать другую команду. Это очень важный момент. И по итогам турнира часть ребят, к сожалению, нас покинула, будет искать
либо другую команду, либо какие-то другие варианты. Причем этот турнир очень важен для тренерского состава. Здесь обращать внимание на результаты матчей стоит не с точки зрения победил, проиграл, а с точки зрения того, что делали тренера команды. Кого, в каких звеньях они выпускали, кого ставили на большинство, кто играл в меньшинстве, кто играл в воротах. И как по мере матчей, либо даже в самом матче, менялись эти сочетания. Потому что надо проверить, посмотреть, кто играет как лучше. Посмотрели одно сочетание, ребята чувствуют друг друга, закрытыми глазами пасы раздают, то есть у них есть химия. Поменяли одного человека, игра не пошла, то есть не могут они сыграться. И вот это постоянное движение, смена игры в тройках, подстановка к ним разных защитников, она как раз направлена на то. Увидели на то, чтобы в составе уже в сезоне найти оптимальное сочетание. Проиграли игру, не пошло у ребят, не смогли они сыграть в этой игре на все 100. Хорошо, изменили концепцию, изменили вариативность, поставили другим сочетанием, в следующем матче сыграли хорошо, победили. Значит, вот эту концепцию тренерский штаб и оставит на сезон. Так что негативные результаты, которые были, да, это и, знаете, и хорошо, что они были. Если бы тренерский штаб зациклился бы только на достижении победы, вот взяли, в этой составе вот только так мы выигрываем, и давайте все матчи проведем им, всех соперников сокрушим, победим. Да, это здорово, повесили бы медальку нам на это. Но это предсезонный турнир. Здесь в ходе сезона первенства может быть все что угодно. И надо правильно менять сочетание игроков, разные методики. И вот это вот самое главное на предсезонном турнире. Посмотреть именно состав, выделить тех игроков, которые с нами остаются, и наработать различные тактические моменты, тактические схемы. Это было основным. Давайте вот буквально в трех словах. Чем порадует своих фанатов хоккейный клуб «Арктика» в новом сезоне первенства НМХЛ? Я думаю, что на площадке мы порадуем победами. Мы все приложим для того, чтобы клуб достигал максимально высоких мест, чтобы на трибунах у нас были аншлаги, чтобы вот эта вот радость, атмосфера хоккея передавалась всем и каждому. Также мы работаем и над новой линейкой атрибутики клуба, более ее качественной составляющей. Мы приложим все для того, чтобы в Мурманске был хоккейный праздник в каждый из дней, когда играет хоккейный клуб «Арктика». Спасибо большое. Спасибо вам. Это была программа «Проще говоря» на телеканале «Арктик ТВ». С вами была Софья Климкова и Андрей Леонтьевич Шишко, генеральный директор по продвижению и развитию хоккейного клуба «Арктика». Оставайтесь с нами.